Сегодня в Краснодаре отмечают День работников заповедного отдела в России. А с вами я, Настя Космос, расскажу о погоде в пятницу и в ближайшие выходные. Уходящая рабочая неделя порадует нас солнечным днем, но тепла от него будет немного, всего 16-17 градусов. Наверное, все дело в северном ветре порывами до 9 метров в секунду. В субботу немного потеплеет, до 19 градусов, а ветер изменит направление на северо-восток. Во второй половине дня ожидается дождик, который продлится до утра в воскресенье. Зато последний выходной день будет солнечно, а столбик термометра поднимется до 20 градусов. А еще сегодня отмечают Всемирный день стандартов. Одной из законодательниц стандартов женской красоты по праву считается легендарная Коко Шанель. «Жемчуг всегда прав», сказала Коко Шанель, и сделала жемчуг наиболее демократичным украшением, которое идет любой женщине и подходит к любой одежде. А спонсор нашего прогноза погоды – бренд уникальных жемчужных изделий ручной работы «Филола Фамилевита». И этот топ добавит в твой образ нотку изысканности, сексуальности и шарма. Ищи свою жемчужину по ссылке под этим видео.